Lygu. 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 Kas ied Jāņu vakarā ilīgo? Lygu. Alu, alu, Jāņa tavs ilīgo. Jānes. Lygu. Tev augmieži tīrumā ilīgo. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В Латвии перед Ивановым днем собирают не только цветы и украшают дома, а также вяжут банные веники. Мы с Миком отправились в лес, чтобы набрать молодых березок и связать веники на весь следующий банный год. Мик, what do you have here? I have lots of birch tree branches, which we're gonna make our banya birch tree slappers, because I don't know what they're called. So you slap your body with them. Yes. And I'm going to the car so we can get some more. Okay. Я складываю по 7 веточек веник. Иногда может быть больше. Это такое мое ощущение, что веничек достаточно толстым должен быть, чтобы в бане можно было бы париться. О, вот хорошо, хорошо. Мы складываем, потом будем связывать венички и веточки прямо из лесу. Окей. Растапливаем баню. В Латвии есть такое поверье, что когда ты растапливаешь огонь, если огонь сразу загорается, тогда человек, которого ты любишь, любит тебя. А огонь. Если он тухнет, то значит тебя не любит. Огонь! Огонь, да. Вот посмотрим, разгорится. Похоже, разгорится. Мик, покажи. Горит огонь? Огонь. Шоу. О. Когда баня истопилась, мы очень хорошо напарились свежими березовыми вениками и прыгали купаться в рядом находящуюся речушку Илдзиня. Вечер получился очень здоровый, а день очень интересный. С вами была Зажигалочка. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.